А, вон тут что, ребята. Нима решила пройти, но, к сожалению, она тут встала. Пацаны, плывем! Плывем, ребят. Видео не заканчивается, а только начинается. Можно рыбачить прям. Да, можно, блин. Одна наклейка стоит, вторая наклейка стоит. Александр у нас будет преодолевать, потому что там мы все застряли вообще. Убирает обороты. Красавцы прошли. Так, вторая мина, Серега. Красава, красава. Вторая. Прошел, прошел. Все, ребят. Ребята, стол. И вот, наконец, сегодня первая монета, которая откопана. This is the future. Ребят, друзья познаются в беде. Вот пацаны, ими как бурлаки меня тащат. Всем, ребят, привет! Ну вот, начинается наше приключение. 2022 год. Я трогаюсь от дома на встречу с друзьями. Сегодня у нас будет очень интересное видео, громкое видео. Открытие в кругу своего коллектива. Приедут гости, обмен подарками, находки, ну и, естественно, само мероприятие. Надеюсь, коп у нас состоится. Так что погнали навстречу. Время 6:55. Так что выезжаем. Ну что, ребят, подъехали, место встречи у нас здесь. Паша уже в ожидании, в нетерпении. В общем, пацаны самарские подъехали, пацаны сербские. Вот сейчас вот поприветствуемся. Еще должен Рустик приехать. Рустик, блин, с ночи где-то здесь копает. Вот так что у нас Рустик один. Вот бригада, вообще у нас бригада ух. Собралась до двух. Со всеми будем знакомиться, когда приедем, пробьем себе дорогу. Вот за столом познакомимся, пообщаемся. Ну, я думаю, мы нигде вот с таким вот боб стоит, нигде не застрянем.
Так что, я думаю, коп сегодня точно состоится. Итак, ребят, ну что, я последний, так получилось. Боб самый первый пошел, и что-то Боб сдает уже задом. Что-то, наверное, там уже проблемки какие-то. А, вон тут что, ребята. Нима решила пройти, но, к сожалению, она тут встала. И ее Боб потащил за собой. Вот такая вот здесь у нас сегодня будет грязюка. Ребят, решил заснять маленькую лужку, маленькую грязьку. То, что мы сейчас протопали, это жесть. Вон последний у нас добирается Паша. Забрал он Рустика. Вот. Сейчас поедем в жесть полную. Ребят, Боб проехал, но здесь такая беда вообще, жесть. И сейчас у нас Нива попытается проехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Нива прошла. Но она легкая, ребят. А я тяжелый. Я вообще тяжелый. Вторая Нива, Серега. Ух ты, блин. Охренеть, блин. Я переживаю, как я сейчас поеду, блин. Ребят, Паша, как он сейчас поедет, и мне придется ехать так же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, Паша не проехал. Да. Короче, жопа. Сейчас вон Боб будет лебедочки таскать. Блин. Та сторона вообще провалилась у нас. Ой-ой-ой, тут вообще у нас жесть, ребята. С той стороны полностью колесо провалилось. Блин, так теперь я выйду. Да просто мы ошиблись, Паш. Они вот здесь вот прям ехали, вот так вот бум, провалились и пошли. У него бампер уже сидит. Да, бампер вот прям вот уже. Да. А здесь передний уже выйдет. Не выйдет? Передний выйдет.
сейчас босс стоял, рань! Ёж твою мать! Ёж твою мать! Блин, если он тут ударился так... Чё-то я, ребят, переживаю, очкую. Оторву нахрен бампер. Итак, ребят, в общем, мы доехали, сейчас будем со всеми знакомиться, дарить друг другу подарки. В общем, видите, за моей спиной чудо стоит. Это не кусок грязи, ребята, это мой купомобиль. Напоследок, вот знаете, в лагерь заезжали, думаю, давайте здесь остановимся. И напоследок вот здесь вот просто-напросто не могу заехать на клею и немножко застрял. Благо, хорошо, что находится у нас вот с нами Боб. Вот он, Боб, и он сегодня таскал... В принципе, и у вас, и вот меня сейчас дергал. В общем, у нас идут сейчас приготовления. Вот. Здесь вот. Чё-то у нас. А, самый главный атрибут. Ложка. Ложка, самое главное. Вот. В общем, пацаны там уже поляну накрывают. Как обычно, водочка, сало, ребята. Помидорки, огурчики. Пацаны, за открытие, дай. Вот, ребят, открытие уже началось. В общем, сухи. Сейчас все голодные. Сколько мы эту дорожку, вот эту вот, которая нас занимает всего сколько? 20-15 минут летом. Ага, сейчас затратили сколько? Три часа, ребят. Три часа мы ехали. Четыре часа ехали, вот, ребята, все-таки доехали. Один, блядь, запахнул, блядь. Вот, в общем, ребята, сейчас у нас начнутся подарки. Какие подарки? Кто кому? Паше мы уже вручили. Под затком. Подарочек. Пила стоит, но... Афишировать мы не будем. Мы скромные ребята. Вот. Ну, остальные подарки в процессе за поднятие рюмочек и всех наших присутствующих. В общем, ребят, вот все присущие друзья, товарищи, с многими сегодня познакомились. С нами, между прочим, один из блогеров. Мы с ним еще поближе познакомимся. Вот именно тот, который на Бобе. Да, Боб, большой лоб, да, или как его еще назвать. В общем, доехали. Благо, начнется у нас сезон. Ну что, ребят, по рюмочке бахнули за открытие сезона. Ну а сейчас давайте смотреть, кто чего будет дарить. Начнем кого? Наверное, с гостей. Да, гость у нас сегодня один, Паша с Казани приехал. К сожалению, другие комрады не смогли приехать. Ожидалось шестеро, но Паша один. Верный нашему сообществу. В общем, Паша первый начинает дарить подарки. Вот. Погнали. Вот. Саша, я знаю, что у тебя было день рождения, был прекрасный стрим. Было вообще много интересного. Ребята, задонатил крупную сумму на день рождения, между прочим. На Deus 2? Да, на Deus 2. Помним. Обещал привезти подарок. Тот подарок я еще в производстве держу, но с пустыми руками приезжать нельзя. Это закон. То есть ты еще хочешь какой-то в процессе подарок? Да, он у меня в производстве тут пока. И интрига, да, ребята, интрига. Есть вещь, там совместно с Ютубом все делается. Uh-huh. Вот, мы знаем, что Саша у нас пограничник, да? Над миром вновь ликует светлый май, который раз мы празднуем победу. У него есть собака, я ему сказал, привезу молодого наблюдателя с собакой, да? Поэтому продолжим эту тему, подарим ему вот такую вот вещь. Ох ты, ну ты гнутый! Это ЛФЗ, вот это красота! У меня жена вот такие вещи обожает вообще, всякие статуэточки. Это Советский Ребят, Союз, смотрите, какая. Живая целая. Советский Союз? Это ЛФЗ, ленинградский фарфоровый да завод. Да ну нафиг, а! Полноценная. Смотрите, что, ребята! Вот эта штука, ребята, если вам интересно, загуглите, сколько стоит в интернете.
Паша от души подарил мне вот такую вещь. Шикарная вещь. Я очень рад этой вещи. То, что он не связанный с копом подарил, но связанный вот с такой вот тематикой. Обожаю. Эта вещь прям зачетная. Зачетная. От души. Паша. От души. Ну что, у нас есть еще один презент. Еще один? Это уже Рустику. Рустику? Да. Рустику, ребята, Рустик. У нас Рустик постоянно пропадает куда-то, когда Паша приезжает. И Рустик постоянно пропадает. Вот, Рустик у нас лицо не публичное, да? Я либо его замажу, да, вот так. Его лицо в кубиках я до сих пор разобрать не могу. Либо я его просто это самое не покажу. Ну, замазывать это мне сложно, ребята. Это просто несколько слоев накладывать. Так что я просто его покажу, как он берет. Ну, Паша. Мы Рустаму хотим сделать такой подарок совместно от всех. От нас, от Казани, от наших, так сказать, комрадов. Подарок будет очень интересный, я думаю, очень значимый, связанный с деятельностью. Тут в родной упаковке. Да ладно! И в тяжелом металле. Да ладно! Мы ему подарим вот это. Офигеть! Твою девять! За отличную службу МВД! Ребята, Советский Союз, оригинал, монетный двор, да. Ленинградский. Все, бля, завтра же в Казань еду. Блин, Руса! Твою... Причем, ребят, ребята, Рустик у нас действительно связан с МВД. Вот, из-за этого я его не показываю. Обалдеть. Вот, и, короче, в тяжелом металле. Все, придется замазать. Блин, все. Раздавить. Блин, он... Второй металлоискатель. Рустик слезу пустил, ребята. Обалдеть. Красавчик, зачетный подарочек. Вещь не из дешевых, ребята, я вам сразу хочу сказать. Вещь огонь. Это раритет, ребят. Это раритет. Что, мы следующие, что ли? Ребята, а теперь мои пацаны решили мне тоже сделать подарок. Подарок такой. Они сказали: Саня, открытие, ты должен проставляться. Я когда увидел, я такой... Ну, придется. Придется. Лапу, раз, потому что там уже руки тянули. Автомобиль. Мое. Почти. Автомобиль! Весомый. Они, смотрите, вдвоем пошли тащить. Кого? Труп. Труп? Я надеюсь, это не надувная женщина. Которую сняли из дома. Так. Чтобы нам в машинах не возить мангалы. Я знал. Это как мужчина дарит своей жене, да, сковородкой и все такое, чтобы я всегда это достал. Ну, вещи, ребята, огонь. Всем... Мы же не можем обычные мангалы дарить. Да, ребята, один шампур стоит только бешеных денег. Мангал, а здесь получится... Ой-ой-ой, ребята, спецзаказ, ребята, спецзаказ. Вот так, как вот лучше? Во, смотрите, спецзаказ, поиск 63. Ай-яй-яй! А здесь что? Сообщество. Ну, пацаны, ну обрадовали. Эксклюзив, такого больше нету. Блинский. А русский мне вот шампура подарил, правда, он не знает об этом. И вот такие шампура. Сегодня мое мясо будет, наверное, здесь париться, да? Или все-таки на Казанском? Казань уже упирает. Так, зачетно. Ну, ребята, я Паше тоже хочу сделать небольшой подарочек. Плюс он у меня, как помните, крутил рулетку. Монетки там я ему тоже так догонку дам. Вот. Так что и Серегу у меня тоже должен получить, потому что он меня тоже выиграл на стриме. Но это в процессе. Под вторую, под третью. Сколько лотерей упало. Так что, ребята, за второй, за третьей рюмочкой я, ну, тоже немножко подарю. Ну, а сейчас давайте немножко перекур сделаем, да? Там вон колбаса рубится. Не режется, а рубится. Так что, ребята, смотрим, будет интересно. Уже интересно, да, ребят? Интрига, да? Красавцы. Спасибо всем, спасибо. Ну что, ребят, продолжаем, да? Продолжаем наше чаепитие. Тут все нормально. Так, ребят, где у нас чай? Чай? Вон. Чай. Кружка. Так, по третью или по четвертую, а может быть по пятую, не знаю. Но вы думаете, подарки у нас закончились? Нет, ребята. Подарки у нас продолжаются. Вот, сейчас мы чисто от Самары Паше подарим Казани. Вот. Вот такая вещица. Вот, подарочная упаковочка. Эксклюзив, ребята.
Я не знаю, Паша у нас не употребляет, но я думаю, он просто как экспонат. Самарское настоящее пиво, ребята. Самарское настоящее, да. Вот, такая вот эксклюзивная упаковка. Придется вот начать. Надеюсь, тебя жена не смотрит. Она смотрит, а что, она не знает. Если ты начнешь пить, ты знаешь, во что ты превратишься. Да. Пацаны заугарали, но они просто не поняли, о чем я имею в виду. Я думаю, жена его поняла. Вот, так что, ребята, вот такой эксклюзив от нас, от Самары. Вот. Ну, я просто хочу от себя еще тоже сделать небольшой подарок. Я знаю, что Паша собирает медали. И скромно от меня, не знаю, есть она у него, нет, но я ее отреставрировал и выполнил вот в таком вот. О, вот. Спасибо. Если она тебя не устраивает, как-то что-то, я не обижусь, если она обменяет на более какой-то эксклюзивный предмет. Вот. Ну и, Паша, я это здесь вот замотал. Я думаю, дома посмотришь. У меня Паша это крутил рулетку, и он у меня выиграл 4 монеты. Вот. Царские монеты. Так что, Паша, тоже можешь с ними решать, что хочешь. Все, это вот. У меня победа в этот в коллекцию обязательно. Да, в отдел, да. В отдельный, там три царских копейки, потому что красные жетоны выигрывал, и одна двушка, желтый жетон он выиграл. Соответствующие вот монеты. Так что, ребят, участвуйте, крутите рулетку, так что побеждайте. Ну, а мы, конечно же, возвращаемся к чаю. Да? К чаю. У меня еще есть что сказать. Так, рассказывай. У нас мы... Первый раз с Ильей видимся, да? Угу. Я вот тоже думаю, что будет не совсем правильно, если мы ему ничего не подарим, потому что точно. Сереге уже подарок вручили, Саше вручили, Рустаму вручили. Вообще всем присутствующим практически. Но сейчас осталось еще, думаю, все вручим. Да, вот осталось немного чая попить, ребята, и у нас сегодняшние гости, просто мы на них не рассчитывали, но Паша, он чистая душа, да, Казань, она такая, знаете, щедрая Казань, да? Может быть, и пацанам тоже что-нибудь перепадет, да? Перепадет? Вот думаю, да. Ой-ой-ой! Смотрите, какая прелесть. Это монеты, что ли, да? Да. Это наподобие ты мне таких дарил, да? Да, да, да. Ребят, смотрите, зеркальное отображение. Сохран Уинс, ребята, там да. Еще мухи не сношались. О, красавчик, ой-ой-ой. Что там у тебя еще, блядь? Еще осталось. Ребят, там еще что-то осталось. Вот, так что, вот так вот, ребята. Я Сереге еще должен подарить кое-что, потому что он меня тоже выигрывал. Да, он обойдется. Сделал ручную работу для него, вот, он у меня на стриме тоже выиграл эксклюзив таких, как бы... единичные штуки, потому что я их делаю своими руками. Я за него. Серега сейчас немножко занят, да? Сейчас он настроение наберется, там он немножко отдыхает, возбужденный, общается. Вот, так что чуть попозже я тоже свой эксклюзив подарю. Вот, так что погнали. Дальше чай пить. А копать когда, да? Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, ну что, Паша вроде не пьет чай, вот, но он раздобрел и что-то он там тоже вон в руках готовит. Именно опять? Пацанам, которые он вообще не знает, не видел. Сегодня вот познакомился. И вот Казань, ребята, я думаю, что вся такая Казань, как этот Паша, вот, чистая, открытая от души. И он, у меня почему нет таких? Паш, смотрите, какая она цветная. Вроде только что уже показывали. Нет, два вида было. У меня нет такой, Паш, ты мне не дарил. Мечеть, Кул Шариф, Казань. Офигеть. Ребята, от всей души. Опа-на, красавцы, красавцы. Дениска? Нет, Дениске я считаю, что обязательно такой нужен подарочек. А к другому Дениске тоже. А и тоже Дениска? Тоже Дениска. Сколько у вас Дениска? Кстати, у нас Дэн вот этот вот, он сегодня будет такой вкуснятину готовить. Мы прям будем... Это будет попозже. Да, может на камеру снимем. Это что за блюдо?
Да что придумаем? В смысле придумаем? Мы придумаем. Нет, ты говорил, что ты спишь. Ну, жарить в прошлый раз. И шулюм варить. О, шулюм! Шулюм! Шулюм, ребята! Если знаете, что такое шулюм, ну-ка быстро в комментарии написали. Мы вам покажем. А это потом. А пусть они напишут, что такое шлюм. Вот, так на что. Свежей говядинки. Свежий говядинки. Ай-яй-яй. Так что ладно, вроде как подарки немножко. А, не, у меня еще подарок. Есть. Вот. Где? Ребята, где-то подарок. Короче, как бы, я не скажу, что у меня руки там жопы. Я под. А, вон он. Сереж! Напоследок, на пасашок! Блин, ну ладно, подождем. Итак, ребята, немножко, еще немножко. Паша еще продолжает делать подарки от Казани. Вот, и смотрите, видите, что он приготовил? Ребята, смотрите, целый рулончик. Вот, так что эти наклеечки будут раздаваться, разыгрываться. Паша у нас действительно, вот, знаете, благотворительностью занимается и очень сильно помогает моему каналу. Вот, здесь в наличии у нас 50, да, Паш? Сейчас чуть-чуть поменьше уже отрезали. Ага. И вот, смотрите, прячет. Все присутствующие получат от меня, да и, в принципе, в прямом эфире мы наклеим на автомобиле. Вот такие у нас сегодня сколько? Уже пошел клеить? 5 наклеек? 8. И вот, смотрите, наклеек. Если увидите такую наклеечку, этот человек означает то, что он нашего сообщества, поиск 63, и мой друг, товарищ Камрад. Вот, Сергиевск, вот он. Так что это... А, кстати, я... Вот, видите, у меня здесь сверточек лежит. Сережа, обещал, держи. Ой, ух ты. Давай, давай вместе откроем, посмотрим, что там. Конечно, надо проверить, вдруг разбился. Нет, я, видишь, как обернул хорошо, чтобы не разбилось. Вот такая для пива. Ой, ты сам, что ли, да, делал? Конечно, я же тебе говорил, что это ручная работа, то, что я это все делал сам. Сделал логотип нашего сообщества, это кладоискатель, грубо говоря, я, да, потому что собака здесь кинг, и символика Российской империи. Причем... Здесь у нас логотипы Самары. Козел, да? Сам ты козел, козел. Вот такая кружечка. Эксклюзив, ребята. Эксклюзив. Я думаю, он сегодня ее обмоет, будет из нее компот пить. Будем нальем. Нальем? Раскнокаем ее сейчас. Вот, так что сейчас мы будем клеить на каждую машину. Ребята, стол. И вот. Сегодня первая монета, которая откопана. И кто это, гадаете? Не гадаете. Это наш... Несчастливчик Илюха. Я первый человек. 31-й год. Старый образец. Илюха, ты прям отразился сегодня. Я тебя твою навел. Охуеть. У нас никогда Илюха не отражается. Счастливчиком или т.д. и т.п. Ну вот, первый раз. От стола отошел, включил, и монета. Ну, катушка-то новая.